А, Юлечка, ножичек. Заодно покажешь, как я себе чищу. Скажи, ну это маме. Ребят, ну, огромный нож? Или вот большой такой? Маленький любой. А, ну ты дала нож, знаешь, какой, Юлечка? Такой, да, это ты дала с резьбой. Ребят, хотела вам сказать, что это не по моей вине. Телефон ушел из эфира, это он сам решает, когда ему... А я тебе говорю, ну, когда ему кончить разговор. Ну, это не дело вообще. Кончить дело. Ну, просто. Я считаю, что так надо советоваться с женщиной всегда. Когда собираешься, так сказать, кончать эфир. Так, привет. Так что я вас просто пришла предупредить, что не я виновата в этой ситуации. Это телефон у меня считает, что он поймал... Она очень порядочная. Да, он словил звезду, просто телефон. Вместо меня телефон, понимаете? А вот телефон еще не научился, да, хорошим манерам. Поэтому вот так, да, вышло. Ты стала с Юлей. Сильно интеллигентных еще фирм не, пока по изобретению телефонов не, так сказать. Он сам ушел, я вам клянусь. Меня вообще никогда никто не предупреждает. И снова здрасте. С вами в прямом эфире Мария Ко, Ольга и Юлия Ф. И у нас, так сказать... И пришла... Сага. Сага. И именинник наконец пришел. Не я виновата, это все он. Ну, Катя, реально. Закрой же вот штаны. Все, закрыл. Сейчас закрою. Я штаны поднять не могу, честно. Кофта так и теплая. Теплая, да, шикарная. Ну вот тебе, например, понравилось? Это новая кофта, да? Да, я слушай, а мне так кофта это понравилось? Я сегодня 3 часа это выбирала. Да. Поэтому я потом как в мыле все готовила. Вы давно в эфире? Да, мы уже, знаете, что сейчас? Радостная новость. Вы представляете, я вышла из эфира, а нас, оказывается, было 9 тысяч, кто входил и выходил. Ну, из эфира. Так, мамуль, что ты здесь делаешь, Оленька? Клеточку почистила. Мне кажется, надо... Продолжение сегодня не будет. Скажу почему. Потому что я вам сказала почему. Там слишком серьезная история. Я неделю собираюсь с духом, чтобы ее опубликовать. Они никто не знает, кроме мамы и папы. Мам, покажи селедку. Вот. А что ее показывать? Селедка, она и есть селедка. Вы мне сказали, закройте живот, стыдно. Я закрыла. Ну что вы, определитесь уже. Кому-то открыть, кому... Я не знаю, я уже не знаю, как... Машенька, сделай, как тебе удобно. Кому угодить? Юлечка, куда резать селёдочку? Мамуль, маме нет, завтра пойдем наращивать. Для тех, кому то-то-то-сё, придумали бумеранг, я так понимаю. Значит, вот так, я вам сразу... Открываешь, Маша... живот закрываешь. Да. Так, часы показываю. Я обещала, конечно, покажу. А, я себя показываю. Петь, вот. Холодильник поставить колу? Да, обязательно. Золотые с бриллиантиками. Петь, новая кофта, да? Но она быстро не заморозится. Не, она заморозится. Да? А сейчас Дима, да. Хорошая какая видел, кофта. Я курицу покупал недавно. А она заморозилась. Ну, курица, да, но курица все-таки долго лежала. Ладно, убираю нахрен все фильтры и буду вообще без фильтров. Так, можно без мата? Да, без убираю фильтр. Что ты, да. Ты что, мы сидишь? Юлечка, дай мне, пожалуйста. Значит так, Юль, на моем день рождения нет. Цензура. Нет, ни в коем случае. Да. Вот. Вот какая молодежь пошла. А Сага еще на что-то надеется. Все равно по-прежнему. Ты надеешься, моя девочка, ты надеешься. А вы что, ей вообще не даете есть? Мы нет. А кто? Нельзя ей есть. Мамуль, ты почистила селедочку? Да, у нее же вот, смотри. Она давай мне. После улицы, она, у нее еда. Я знаю, ну... Мне жарко дома ходить. Так вы же мне сказали. Я, ребят, не пойму. Мне сказали, Маша, одень рубашку, прикрой живот. Живот. Я подумала, что живот страшный. Ну, я не понимаю, как вот вам угодить. Вот клянусь вам честно уже. Все, у меня комплекс опять. Не надо. Ходить так, вот тебе нравится. Все. Юлечка, ты да? Нет, там тебя. That's very nice. Thank you very much. It's very pleasant for me to listen such nice words. Всем не угодите. Ну да. Открой живот. Не ешь селедку. Да мне пофиг, что я распухну. Знаете, честно, ну вот буду я беречь фигуру. Уже переболела анорексией. Толку-то что?
Мужики, они все равно, ну раз трахнут, два красивую, а потом нужно что-то большее все равно. И если тебя не принимают, пусть идет он сразу подальше. Мне уже не 15, мне уже нужен муж, мужчина достойный, муж, ребенка рожать. А вот так вот на поебушке мне это, извините, не про Маша, меня. Маша, пока Пети не было, ладно, но вообще не надо. Да, это безобразие какое-то. Так просто безобразие. Шума. Зачем ты слушаешь петь? Юль, ты где селедку купила? Штраф за цензуру 200 рублей. Блин. Перешивайте жару. Вообще правильно петь, петь. Ты очень... Слушайте, ребята, у меня телефон сел. Мам, все, ты дочистила селедку? Дочистила. Откуда она, Юль? Где ты такую шикарную селедку купила, а? Там же, где огурцы, где капуста. У вас будет вкусно? Есть такой элитный магазин. Какой? Ну, там у них. Около его... дома, да? Да, называется Art Lab Music for Soul. А, ну ладно, хорошо. Вы поняли. Там все продается. Завтра у меня утром будет обзор с косметикой. Я буду показывать, чем я пользуюсь. Да, потому что сегодня уже поздно. Сегодня уже не успели. У меня каждый день обзор с косметикой. Мамуль, так надо же это было забрать. У... Не заберем сегодня. Блин. Мам, что завтра? Покажись там. Что вы хотите, давай. Маш, ты красотка. Да, нам косметик. Спасибо большое, родные. Так, что, ребят? Все у нас красотки. Родные, дорогие это мои да. дети, и не только. Я вас целую, пожалуй, потому что я хочу пойти переодеться, снять вот этот топик чудесный совершенно. И еще я сегодня намазалась новыми блестками под глаза и хотела спросить, нравится ли вам? Да. Нравится, нам нравится. Нравится, да? Нам нравится. Нам очень. Это моя сестричка. Юль, покажись мне. Двоюродная, моя крестная. Вот, я безумно люблю. Приятного вечера. Я вас очень всех люблю, честно скажу. Это не вранье. Вы стали моей семьей. Безумие дошло до ребенка. Раньше, причем я так не ценила вас. То есть я, ну, как бы, могла забить на Инстаграм, думала, что я выложу фотку, типа, и это топчик. А потом я поняла, что мне хочется... Вот чего бы мне хотелось, это чтобы... Юлечка, всю чистить? Да. Селедку. И вторую тоже? Да. Давайте будем. Да. Юля, нечего просто больше есть. Мам, нет, нам... А картошка есть? Да, вареная есть? Да, а где она? Она в мультиварке. Ребят, картошка есть с маслицем, с душистым, деревенским. Вот насчет маслица. А Сага пришла. Колбаса. Сага, поздоровайся. Сага. Иди сюда, доченька моя маленькая. Ты хочешь в честь дня рождения колбаски, да? Нет, колбаски идут. Ну, сейчас хозяин придет. Все, ребяточки, всех целую, всех безумно люблю. А где ты эту лошадь такую? Вообще лошадь, а не селёдка. Значит, самое главное. Она хоть хорошая? Да, мы у Юли дома. Я еще не пробовала, но наверняка. Не выходи. Нет, вы знаете, честно, у меня... Ну, я не говорила вам об этом. Вот с этой стороны, блин, как это показать? Короче, там стоят у меня брекеты. Я ставила. И сейчас я приходила посоветоваться. Он сказал, виниры просто бомбические, все шикарные, самые лучшие. Но мне немножко переделывали проволоку. Просто я вам обещала показывать все, что со мной происходит. Ну, как сказать, не как рекламу, а вообще вести Инстаграм в режиме там онлайн. Ура. Рассказывать, где я, что со мной. Юля, что я делаю. Чтобы вы могли то же самое заказывать, потому что, когда раньше я вот до Дома 2 смотрела на каких-то блогеров, мне было интересно знать, где они что берут, и я всегда задавалась вопросом, а это чисто реклама или правда? Так вот то, что у меня, это все то, что делаю я. Реально. И я вам это показываю. Вот, например, кроссовки, которые сегодня привезли, мне парень, да, мы в итоге сели с ним, попили кофе, и я заказала еще одни, настолько они мне понравились. И мне написали в директ, там сообщение 30, я всем скинула ссылки, где я брала. И причем плюс к этому, они еще дарят майки. Вот, кто заказывает. То есть, как бы вот, я и завтра... Я сказала майку или что-то еще, какая-то красивая штука. И завтра я вам покажу, например, другие свои кроссовки, которые мне уже привезут. Покажу завтра утром обзор, утренний эфир косметики будет. Нет, виниры мне сделали так, что я...
Ну, просто горе не знаю. Я каждый день радуюсь, прям каждый день. А мне виниры тоже делают. Такие обвинения. Интересно, как волосы выглядят в хвостике. А, сейчас я вам покажу, собственно говоря. Вы специально прям на рождение сами. Я вас посмотрю. Я всегда. Я вы просто гений. Нам надо почаще ко мне приезжать. Я думала, надо было рецепт взять. Вам надо как-то вот ко мне ездить без Маши. Вот. Вы уже выросли, взрослые уже, можете уже без Маша. Без Александра Васильевича уже, без Марии Александровны. Вы уже, вроде бы уже и так это... Ну, я, знаете что, я заказываю там, где я хочу. И как бы это потому, что я хочу, да? Это потому, что я хочу заказывать. И они не должны мне ничего по рекламе давать. Вот вы должны это знать. Обязанность поддерживать. Юля, спасибо большое. Как тебе ужас-то, да? Сережка, это просто такой ужас. Это просто ужас. Вот так вот нас. Единственное, что вот меня радует, то, что он пожил, во-первых, все хорошо. Он так свое удовольствие, так активно. Во-вторых, то, что он да, не мучился какими-то раками, там, с раками. Вот это все приятно, да? Если я не набухаюсь, честно скажу, выйду в эфир. А если напьюсь, не выйду. Я вас тоже всех безумно люблю. Вот прям вот честно, вы моя семья. Это не вранье. Я выхожу все время в эфиры, чтобы все вам рассказать. Сторисы, чтобы все показать. Кстати, сторисы мало смотрят у меня. Вот. Да, заказывала парфюм Shop 999. В общем, все вам рассказываю, все вам показываю. Только чтобы было интересно. Рубашку мне подарил, кстати, мой парень бывший. Такие дела, вот я. А тебе нормально носить рубашку твоего бывшего парня? Ну, то есть... С кем конфликтовать? Подарили. Потому что у нас все с таким гонором. Да. Понимаете, у нас у каждого. Да. Он меня очень любил петь. Ну так а что? Ну... А что он сделал? Почему бывший парень? Ты его помнишь? Помнишь, ББ у меня был? Ты его помнишь? Черненький. Да. Это он мне подарил. А что с ним произошло? Мы расстались. Почему? Ну, так вышло, зай. Смотри, как меняется. Это Apple, если что. Я играю в утиные истории на Apple TV. Тапки-бомба. Вот они, с Микки Маусом. А, и Наташа? Ага. Наращивание волос я отдала 60 тысяч. Ну, стоит. Цвет волос, не знаю. Но если вы от меня к Арине обратитесь, то будет скидка еще очень большая. И у нее стоит от 15 тысяч с волосами. Просто у меня 570 капсул там. Короче, я тоже маханула, потому что я знаю, что я в Ялту летаю на конкурс красоты с мамочкой. И вообще хотела очень много капсул. У Юлечки дома, у сестры у своей. Поэтому вот так. Петя музыки учится, да. Джинсы кайф, спасибо. А топик. А, Петя играет на фортепиано. Штаны бомба, спасибо. Очень приятно. Че, выходите в эфир или нет? Вечером еще. Бомбический цвет волос, то бомба. Я в нем на доме два ходила, помните? Вот. Короче, завтра эфир с косметикой со всей. Потом привезут кроссовки, все покажу. Все покажу, все расскажу. И вечером, если совсем не буду в ноль, тоже выйду. Люблю вас безумно всех. Спасибо, что вы есть.